Привет, YouTube и Twitch, собственно. Я Дима, и мы сегодня будем продолжать стримить Dark Souls 3. Здорово, всем. Так, у нас кипел, я говорил, в платье, да? А он у нас не в платье. А я обманщик. Я забыл, зараза, что мы ему пафосную шматье нашли. Что он теперь не в платье ни разу. Вот так вот, все, обманул вас. Ай-яй-яй, плохо мне. Будет скоро из-за этого. Придин скинул ссылку на стрим в группу свою. Спасибо большое. Так. Мы в прошлой серии, в прошлом стриме, одолели с вами дьякона в глубин. Такой, достаточно легкий босс был. Получился. Плюс у нас один к Эстусу. Теперь нам нужно определиться вообще, что куда идти-то. Что куда идти, что делать-то. А... Да, вот дьякон и глубин, часовое ощущение, это вот то, что мы делали в храме глубин, конечно. Переместимся, наверное, к дьяконам, и оттуда будем смотреть, чё куда. Обманул! Не в платье, не очень. Ай-яй-яй, ну ладно, ну дайте мне немножко, чуть-чуть походить в этом пафосном шмате, и я одену обратно платьице. Платья нет, нас наипали, расходимся. Удачно пройти Dark Souls 3 побыстрее бы, спасибо большое. Вот, YouTube, вам здоровайтесь, это да, это молодцы. Храм глубин. Так. Заходили мы туда вот через ту лестницу, правильно? Давай осматриваться. Куда надо, куда не надо вообще. Что-нибудь открылось, не открылось. Может, какие проходики, шмаходики. Или тут вообще прохода нету никакого. Я первый раз на твоем стриме, пишет Nixon Games. Ну, здравствуй, добро пожаловать. Это ж вот ты отправил ссылочку на стрим в свою группу. Спасибо тебе и добро пожаловать. Реально, приходи почаще. Приходи почаще. Натурально тут нет нихера никаких проходов, ребят. Что делать? Сейчас куда путь держим? Я пока не знаю, если честно. Я думал, отсюда будет какой-нибудь очевидный путь, очевидная дорога, очевидная тропа, но ее нету. Ладно, пойдем погуляем, посмотрим. Там у нас точно, я имею в виду в храме, точно не все еще сделано. Потому что там проход один точно не открыт. Короче, посмотрим сейчас. Тут у нас знатоков много так-то. О, недалеко еще прошел, а то думал сейчас спойлеры смотреть. Да, недалеко. Знатоков много, поэтому я, конечно, ты ж мать, рассчитываю на ваш... На ваш глаз. Я надеюсь, вы мне подскажете, что куда да как. Так, оттуда мы пришли, по сути, там вот этот шорткат. Специально ради Димы сегодня на Твиче зарегался. Ай, бабайка, 1901, ты вообще такой молодец. Так. Подожди. Не то, ну. Что ты делать будешь? Вот так. Ха! На тебя в головеш. О, увернулись. Убили? Да, убили. Дима, а можно в двух словах, где ты и что делаешь? Просто посмотрел только 4 стрима и прибежал на этот стрим. Но мы в храме глубин, мы его по сути прошли, мы дошли до босса храма глубин. Это дьяконы. Дьяконы глубин, они так и называются. И сейчас я думал, отсюда от них прям куда-нибудь пойдем. По сути, мы пришли вот оттуда, вот он, храм глубин, и вот здесь вот был босс. Но там пустая комната, и ничего больше нету, то есть нет смысла туда идти никак. Так что ищем путь, ищем продолжение. Насколько я знаю, продолжение этих овер до хера у меня. Так, давай вот этого сагрим сюда, дядю. О, увернулся-то как, а? Акипроф, фи, шмофи. Ты какой-то, а? Ты какой-то, а? Так, ладно, на приблатыкаюсь я еще с ними драться. Наруч храмовника. Наверх, на лифт, там NPC. Хорошо, будем искать этот самый лифт, спасибо. Вон туда вот к ништяку, конечно, хочется сходить, но надо понимать, что тут вот эти вот ребята, они проснутся. Смотри, какая падла. Ладно, давай, иди сюда. Нос чешется. Ха! Дим, около предыдущего костра найди колодец.
и нас туда. А, шутничок. Кстати, забавно, но я не потратил Эстус. Ну, то есть, как, я его потратил, но он у меня восполнился. Можно тогда еще выпить. Привет, Дим, желаю удачи в сегодняшнем стриме от Андрея и Сони. Здоровья вам, Сьевы. Спасибо, Андрея и Сони, вам того же желаю. Спасибо большое. Опа. Щит сейчас поставит. В голову попаду ему? Ай, ну натуральный говнюк ты. Alright. Спасибо большое за подписку. Реван 375. Это еще один помидорный, но это на самом деле старый помидорный. Андрюха, это ж ты. Щит хромовника и уголь. Воспомнили. Спасибо. Спасибо тебе большое за саб. Так, сабы. У нам. Нам нужно еще 13 сабов. Давайте, чуваки, на подпись. Ай, кошка ты такая, кошка, короче, зашла. Ходят тут всякие кошки. Привет, Дим, давно не был на стриме, рад, что попал, удачи. Спасибо большое, Рёд, спасибо за донат, сейчас послушаю твое сообщение. Как жизнь изменилась с дочкой, Дим? Побольше силы терпения. Сложно стало, но нам помогают постоянно, так что стараемся. А так, да, кардинально она махнулась, такая именно в заботах вся. Как правильно Дангар сказал, который тоже папа уже с недавних пор. Начинаешь думать, как бы и раньше не был эгоистом, да, но сейчас в большей мере начинаешь думать не только о себе. Юбка дьякона, а? Может, вам юбку дьякона одеть и ходить в ней? Давай, где она? Подожди, вместо штанов, да? Вон, слышите? Во, смотри, обещал платье. Вот она. Дебилизм. Натуральный дебилизм. Так, Дима, если Ева недалеко, передай ей привет. Ну, она пока что не здесь, она в другой комнате, но да, передам, спасибо. А здесь проход короткий, да? Он, ну, то есть вниз, ой, наверх, на лифт наверх, нам сказали. Спасибо, еврейская приличная перхоть, ты как всегда, спасибо тебе большое. Выспавшийся и полный сил к просмотру стрима, готов. Красавчик, все, рад тебя видеть. Да, частенько ты заходишь и говоришь, что ай-яй-яй, спать хочу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Этот стрим мне по плечу. Я стихи, давай читай. И очень корявые стихи. Так, здесь у нас проход, здесь у нас дверь, здесь у нас... А мы не ходили, по-моему, вот сюда, да, в правую сторону? Или ходили? А, не, мы отсюда пришли, да. Это длинный путь. О, здравствуй, дружище. Это мне про тебя говорили. Осторожно, лжец. Ну-ка, стой тут, блин. Нет, мы здесь не были. Потому что я не брал здесь лут. Дуэльный талисман. Да, мы на лифте поднялись точно и открыли двери. Значит, направо, сюда, то бишь мы не ходили. Все, отлично, далеко не убегай, сейчас чаек поставлю и припеку. Давай, чувак, быстренько за чайком. Так, ну ладно, говорят, что он лжец так-то. Ну, вид у тебя вменяемый. Парировать, зараза, удары будет, если драться будем. Я рыцарь из Катарины. Я обнаружил в этом храме сокровище. Вон там, после узкого прохода. Сокровище, всегда так близко и так далеко. Как видишь, я в довольно затруднительном положении. Слушай, мы же с тобой болтали уже. Или вы все рыцари Катарины в таких доспехах? Попридет же коней. Ай, пропустил. Попридержи коней, знаю, сокровище ужасно притягательным. По узкому проходу, это вот сюда. А нам сказали, что он лжец. 14 оценок, хороших или нет? Не знаю. Ай, не знаю, лжец он или не лжец. Не убивай его, он понадобится, не буду, ладно. А, во, Ева зашла, кстати, тебе привет передавали. Попросили передать. Намонтируй, не слышит. Ева! О, а шептом услышала. Я говорю, тебе просили привет передать. Спасибо, привет. Вам тоже привет. Здесь ништяков нет никаких? Нету? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да, по узкому проходу надо идти. А ты, падла, не нападешь на меня сзади?
Дима, эта локация тупиковая, а босс нужен был тебе только ради куколки. Тебе надо вернуться на болото и найти на нем двух изгнанников, за ним ядовитые болота. Тебе туда и надо. Но за этой локацией есть еще NPC, советую поисследовать. Ну, двух изгнанников мы видели, мы их даже убивали. What the fuck? Кат-сценка. Позор тебе, жадина! Да, обманщик, падла. Хочешь обхитрить Лук? Же дебил. Ну, передай привет доброму гиганту. Он обожает посетителей. Я убил гигантов, ты придурок. Всех двоих. Вообще-то. А где старый гигант? Что? Где чертов гигант пишет? Что же ты творишь? Да как ты смеешь? Как тебе не стыдно? Ну, черт. Черт. Ну да, мы убили здесь гигантов, нам ничего не страшно. Вообще-то мог бы и посмотреть вниз перед тем, как... О, господи, я забыл про вас. А я мог бы и наверх смотреть почаще. Бесят вот эти ироды, которые там бегают. Так, как нам открыть? Точнее, поднять эти ворота. Не помню, где-то здесь рычаг должен быть. Рычаг. А, подожди. Рычаг с этой стороны, да? Где-то рычажок должен быть. Вот он, рычаг, по-моему, да? Он открывает, он поднимает вот эту стену и правую. Правильно? Нет, он поднимает только эту. Соответственно, этот парень упустил обе стены. Ничего себе. Ничего себе, дядька. Та-та-ра-та-та. О, господи, немножко подвисло. Я чуть-чуть испугался. Так, а эту стену поднимает рычаг где-то, который вот тут. Что ли? Нет, подожди. Это вот эта стена поднимается с того рычага. Вот с этого справа. Это вот это. Вот этот рычаг. А может быть, он поднимает и эту, и левую? Что-то подлагивания какие-то. Нет, этот рычаг поднимает только эту стену. Я просто уверен, что можно как-то поднять эту стену еще раз, чтобы вернуться к этому парню, надавать ему люлей и пройти туда вот вперед. Хотя мне сказали не убивать его. Дима, Дум будет на канале? Ну, в своем вариативе. Не в том, в котором вы, наверное, ожидаете. Спасибо большое, Андрей. Ты что делаешь, Андрей? Что это такое? Держи небольшой взнос, Дима. После Dark Souls будет что-нибудь сегодня. Ты намекаешь, да? Спасибо тебе большое, но это, блин. И снова здрасте, здорово. Нам ДС для счастья. А нам ДС для счастья. Спасибо большое. Дима, сегодня пятница 13-е, да, я в курсе. О, смотри, вот эта падла живет. Точно, ее же гигант, наверное, убил, да? Тебя гигант убивал в прошлый раз? Смотри, дура какая. Нарубаю с первого раза. А, я думал, ты что-то серьезное. Та-та-ра. Настоящий рыцарь в колодце, а этот спер его броню. Прикольно. Надо его проучить, значит, убить падлу. Чтобы неповадно было. Э? Хороший план. Многие его не поддержат. Говорят, его не надо убивать. Мол, типа, он понадобится. Там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, что-то как не хочется. Зашел же правильно. Зачем снова вышел? В смысле, я хочу наверх подняться опять. Так, лифт у нас. Где лифт? Не помню уже. Память моя такая вот она вот. Quantum Break будешь проходить? Или мне у кого-то другого посмотреть? Но вообще хотелось очень сильно у тебя посмотреть. Quantum Break у меня на ПК нету. А Xbox One у меня нет. Так что да, лучше смотри у другого кого-нибудь. Когда появится, я, наверное, если будет прохождение, то на стриме вот так вот. Так что цельно получить какие-то эмоции, лучше у кого-нибудь посмотреть, чувак. Так что прости. Так, ну что, пойдем к нему опять.
Хочу монтажик по Doom. Вот, монтаж будет, да. Монтажик будет. Сейчас почти уже сделал монтаж по Uncharted. Ну вот где этот педик? Где ты? Педик-шмедик, убежал педик. Так, надо лайкнуть. Подожди. Вот так. Та-та-ра-та-та-та. Здесь тоже рычага нету, да, никакого? Никакого рычажка и в помине нету. Как бы поднять эту стену? Ай, ладно, не знаю. А если убьешь, то броню не получишь и не сможешь отдать настоящему. Угу. Хорошо, значит, не будем убивать. Значит, придется все свое самообладание взять и, короче, и не убивать его. Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Тупиковая локация, говорят. А иди ты в баню, а? Ты офигел, дядь. Нифига борзый, а. На, тебе просто так. Просто потому что вот эта тварь меня пробесила. Дима, помнишь Hearthstone, Санта, Лючи? Да, помню. Помнишь, все помнишь. Куда иду я, правда, не помню. Не знаю. Язык, ну дыра. Пойдем сюда. Точно, здесь короткий проход куда-то вниз, да, и там двери будут, точно. Получит он броню, не придумывай, и пепел его сможет старухе отдать, чтобы товары... Ай, ты ж падла, не хочу я червяков, дядя. Уйди, 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 уйди. Еще одну гранату зря потратил. Тан-тан-тан-тан-тан. Дим, ты лучше, я рад смотреть тебя и твоей доброй аудитории. Спасибо большое. Видите, аудитория, и вам прилетела полезноты и доброты. Наверх туда не забрался. А как забраться нам наверх? Что-то какие-то вот прям вот берет и зависает на секундочку. Че зависает, не пойму. Эта тварь одноразовая, она больше не появляется. Здесь мы видели только проход на базу, да? Ой, в храм. Да, ну пойдем туда наверх. Попробуем. Чероки факелом выводятся. У меня факела нету. А, вот он проход наверх. Как я тебя не заметил в прошлый раз? Почему я сюда не поднимался в прошлый раз? Я же здесь проходил уже. Та-та-та. Осколок титанита. Говно. Та-та-та-та-та-та. У меня сегодня моя любимая кошка умерла, дружище. Ну, так бывает. Любимые питомцы покидают нас раньше. У нас... Ты уж не расстраивайся. Вспоминаю ее чаще. Добрым словом и все. Тут уж ничего не поделаешь. Так. Да пидори, не туда, куда надо, мне кажется. Вот это, а тебе есть какие-то планы на игры, которые ты будешь у тебя под... Что? А, которые ты будешь проходить в будущем. Удачи тебе, видать, чурки. А, есть, но они как бы... Ай, сука, задел, падла, а. Нет, у меня факел, ты понимаешь, это дрянь? Нету! Сейчас будут бить меня эти червяки сраные. А может и есть факел? Нет. Может его оружие, черт его знает. Но он, по-моему, три раза бьет червячки эти и все. Так что не страшно. Погибнуть не погибну. Он, по-моему, вот отсюда... Приходили впервые, да, сюда? Лестница это. Вот мы спустились, потопали туда. Вот, потеря крови разок. А, или здесь в принципе больше ничего нет.
Понял. Вот у меня 4 кошки, и все примерно одного возраста. Если учесть, что меня один кот до этих 4 покинул, то я не знаю, выживу ли покинут меня эти 4. Чего так плохо все сказал как-то? Очень грустно. Да, мы кругаля дали с вами. Спасибо большое, Петюндри. Петюндри еще не было. Спасибо большое за топ-донат. Спасибо. Сейчас послушаю сообщение. Давненько вы не слышали озвучку доната от меня. К сожалению, Twitch тупит и не может меня переподписать на канал. Печаль, беда. Грустный смайл. Ну и бог с ним. Я, может, пропустил вопрос, а Doom будет на канале? Я имею в виду стрим, а не монтажик. Мир всему миру. Спасибо. Нет, стрима, скорее всего, не будет. Неохота его проходить. Николай Стешенко, спасибо большое тоже за донат. Так, надо уже находить дорогу. Подарок вам с его и дочкой от Nixon Games. Ответь ВК по поводу рекламы, задавал вопросы. Так на почту надо писать по поводу рекламы, чувачок. Спасибо тебе большое. Так, да, мы возле костра. Окей. Значит, куда нам говорили идти? Вот эту дверь я так и не открыл. Понятия не имею, как ее открыть пока что. Так, проход, значит, есть от этого, да? From Ukraine with love. Дима, поздравления с красавицей дочкой. Это пока все, что может позволить себе бедный украинский студент по скрипту. Ты можешь... Ай, не успел прочитать. Ай, блин, и не зайду, не смогу прочитать до конца, потому что все лагать начнет. Спасибо тебе большое, в общем, за донат. В чатик допиши свое сообщение. Или люди, вон, допишите в чат, чтобы я понял, что он просил в постскриптуме. Иди вниз, где были гиганты, там маленький проходик, откроешь срез. Вниз, где были гиганты. Да срез открыт у меня уже. Если не наверх. Мне вообще не нужно в храм глубинку, идея, как мне сказали в итоге. Так, значит, смотрим. От хранителей бездны мы с вами, да, пошли? Старший волк Фарона. Граница цитадели Фарона. Она открывается срезом около гигантов. Ты его пропустил. Иди вниз, где были гиганты, там маленький проход. Откроешь срез и лифт на крышу. Все-таки туда надо идти, да? А ты можешь сказать что-нибудь по-украински? Сэм могу сказать, все. Там было по-украински. Так, да, не все зависит от того, кто играет. Какие-то ба-ба-ба-ба-ба. Так что, возвращаться туда, да? Возвращаться к диаконам? Ладно, вернусь. Вниз, где были гиганты, там был маленький срез. Я вот не помню там ничего такого. Ну, блин, здесь все, конечно... Здесь все локации, они такие замудренные, поэтому не мудрено. Замудренное не мудрено, что я пропустил что-то. С этими драться по новой не хочется. Так, сориентируйте меня, где тут... Я хочу сориентировать. Пошли пробежимся и посмотрим. Не хочу я с ними драться, я просто пробегу мимо и все. Глиста такая. Так, хорошо. Дим, не забудь про колодец, он около костра. Где? Проход на крышу нужно искать, там еще много чего. Хорошо, будем искать. Так. Срез. Там, где гиганты, маленький проходик. Гигант был вон там. Вон там. И вон там. Интересно, куда нам нужно? Ай, да ладно ты, падла. Привет, Салматы, привет всем, привет. О, набежал нового народу. Здорово, ребят, всем, да, тем, кто пришел только сейчас. Где-то среди вот этих колонн вы пропустили проход, или чего?
место, где на тебя раб свалился, и ты сказал, нужно бы смотреть наверх. Думаешь, я помню здесь этих мест одинаковых? Ой, уйма. Ну, тогда я точно не сюда, по-моему, заходил, да? Где-то тут, через воды. Так, ну ладно, давай наверх посмотрим. А, вон он, раб, вон он наверху. Соответственно, нам сюда. Да? Вот сюда, что ли? Да, здесь нас не было точно. Так, ладно, спасибо. Ага. Надо вообще сориентироваться, где мы. Таро! Ага! Та-та-та-та-та. Смысл туда падать пока нету. Давай, смотримся здесь. Слушай, локации. Я не устану об этом говорить. Локации мега здоровые. Ты просто вообще, ну, офигеваешь, когда ходишь, куда тебе надо, что ты пропустил, что не пропустил. Жесть какая-то. Нос чешется. Как этот чувак умер, я не знаю. Но, наверное, узнать. А вот и лифт. А вот и лифт, но нужно теперь открыть эту дверь. Так, а как ты умер? Ты, наверное, упал туда? Нет, он оттуда. От кого-то убегал. Интересно. Так, пусть будет эта дверь к костру. Да еще счетчик смертей. А я что не поставил? Вот. Ну что? Во! Да, все, отлично. Вставай. Чисто бомбы восстановил себе. Теперь имеет смысл вниз спуститься, а потом уже на крышу. Давай просто посмотрим, что там внизу. Интересно же. А, нормально я бомбу восстановил. Сейчас опять драться с ним. Бомбами. Короче, ерундистику я какую-то сделал сейчас. Ну ладно. Так, и чего? Время пришло. Перекат. Ну ладно. Стена, да? Нет. А, слушай, да мы сюда заходили, это то. Я понял. Я понял, где мы. Я понял, где мы. Да, мы сюда заходили за лутом. Понятно. Не было смысла сюда спускаться. Ну, только чтобы понять, где мы. Только чтобы понять, где, и все. Та-т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 а. Так, не туда я иду. Ты же обещал, что Кепел будет в платье. Вон он в юбке. Смотри. Юбка дьякона. А полностью в комплект я попозже надену. Вообще, что попозже? Ладно. Так много желающих. Старинное платье. Мантия девы. Вот она. Перчатки девы. Так. Юбка девы. Так, и все. Ну а? Вот он наш парень. Секс-важный. Ну, вообще, вот так вот ему норм. Даже не скажешь, что это женская одежда. Бляха, я чё, опять не туда? Чё за бред? Куда идти-то? Как подняться? Память вообще девичья. Ты смотри, вообще ничего не могу запомнить. Проходы никакие. Почему стрим тупит? Почему Дима тупит? Лучше спроси. Чё вот я туплю, а? Так, где же... Вон там вот точно все. Все. Да? Сюда вот сейчас на лестницу, и там вот лестница наверх. Да? Нет. Ай, ладно, сюда прыгаю все равно. Да, все верно. А-а-а! Господи, это было глупо. Ладно, теперь точно восстанавливаем бомбы. Так, ладно. Не секси, они говорят. Они говорят, не секси, ты понимаешь? Они говорят, ты не секси. Ты понимаешь это, не? Вот оно. Вот теперь ты четкий. Короче, наше ванильное платье. Самое первое. Погнали наверх. Вас чешется. Ужасное ощущение.
Здорово, братан. Братан. Братан, братан, шматан. Так, и ничего тут нету, да? Сообразим на троих, дружок. Можно наверх подняться. Можно на крышу прыгнуть. С тенями, конечно, беда. Смотри, наша тень он там вот летает. Ага, вон где мы. И подвисла. Да как, слышь, я тебе, во-первых... Во-первых, ублюдок. Нормально, взял, вылечился, как будто и не было меня тут. Я, падла, стрелял тебе в голову. Че за шумы? Подожди. Ого, ого, гля, что тут. Здорово. Кажется, мне, что я тут был. Твою мать, зря, да, упал? Да, я тут был. Твою мать. Вот надо мне, вот надо мне, а? Господи, бляха-муха. Во, я лезу. Зачем я сюда пришел? Такое, типа, поинтересуемся. А что это тут у нас есть? А что нет? Иди в баню. В баню иди. Бляха, не туда пошел вообще. В баню идите, Санта-Лючия. Сука, задел. Господи, боже мой, вообще что происходит? О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. Что происходит? Я успею, нет? Я просто не хотел с ними драться. Твою мать, это все не туда идем, ну. Так. Вот это раш. Вот это... О, господи, в чат засмотрелся. Беги, Кепел, беги. О, боже мой, что вы творите-то вообще? Дикие какие-то. Здесь где-то костер. Фу, твою мать. Фак. Точно просто я и забыл. На. Чтобы неповадно было. Ух. Наверх? Вниз? Куда я? Здесь костер или там костер? Фух! Это было жестко. О, костер-то там был. Вот куда я спустился сейчас? А, во. Опять подвисло. Церквушка и костер, все. Фу, господи, спасибо большое за донат. Теперь точно все, только на мивинку оставил. Спасибо большое. Фу, ты прикинь, а? Сохранили души. Каким-то неповерным трудом, непомерным. О, черт, чуть было не упал туда. Так, давай еще раз лифт вызываем. И больше не прыгаем во всякие дырки. Ты понял, слышишь, платье, парень? Когда продолжение Uncharted? Когда будет, тогда узнаете. Та-та-та-та-та. Главное, прорвались. Там пол монстров, не пол монстров, все нормально.
Та-ра-та-та-там. Ну, выберись тоже. О, господи. Лоханулись вы, друзья. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Вот мог же посмотреть вот на эту крышу и понять, что вон туда никуда прыгать не надо. Не надо Бляха, я мог вот так не оббегать, а просто мог вернуться сюда. Блин, мне надо было на лестницу наверх. Я только сейчас это понял, ты прикинь. Вот теперь можно в голос ржать. А, не, нельзя, все, нормально, я нашел путь. Че, зачем? Вот что значит, ребята, дорогу забыть. Мог спокойно, быстро, как-то без гемора все это сделать. А че удумал, смотри. Ой, господи. Сейчас тихо всем. Сейчас тихо и не ржите. Тихо не ржать, я сказал. Бывает. Бывает. Все нормально. Все нормально. Подумаешь, я профусолил себе время так немножко. Так, все, дубль 3. Значит, идем сюда. Если бы я сейчас упал, я бы все выключил. Закончился бы здесь прям. Поднимаем лифт, опускаем лифт, точнее. И погнали. Зато локу изучил. Да не, не помогло. Я же прошел эту локацию уже. И мне это не помогло. Воу-а! Опа! Все, не прыгаем туда. Понял? Не прыгаем. Вот так, все, на лестницу и наверх. Фу. О! Кольцо глубин. Добавляйте ячейки заклинаний, понятно, на продажу. Сюда, что ли? Сейчас очень аккуратно. Кому не понравилось, что я стоял там? Спасибо большое, еврейская перхоть, еще разок. Вперед, вниз. Дима, не тормози. Скушай Сникерс, не точка. Не забудь спасти Сигварда, который сидит в колодце. Это от костра храма очищения. Не доходя до кладбища с блюющими зомбаками. Ага, спасибо. Посмотрим, что я смогу сделать для этого парня. Эй, йоу, эй, йоу. Я видел, видел парня. Парня сзади видел, понимаешь? Парня видел. Кто там поднялся? Здесь кто-то поднялся. Я говорил. Все ровно. Кто стреляет? Твою мать, ты чё, псих? Психанутая какая-то дрянь. Смотри, кто висит. Ха! Ну ладно, не хочешь умирать, бог с тобой. Так, от костра храма очищения, не доходя до кладбища. Колодец. Запомнить бы. Вот опять. Опять, короче, он на секунду подвисает, непонятно из-за чего. Если я сейчас разбегусь и прыгну вот сюда. Опа, не, не запрыгивает. Да ладно, значит мне не сюда. Та-та-та-та-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Где-то можно было вот сюда пройти.
все далее мне надо. Очень похоже, что да. Так, моя схватка с ямами, она продолжается. Ужасно. Ужасно же, ну там 9000 душ, ну и моя. Девять тысяч душ, ты понимаешь? Вернуться надо. Это был бред. Чё вот ты упал? Падла! Там на другой стороне будет спрыг тебе туда. Да вроде бы. Чат продолжает. Видеть стрим. Стрим идет. Интернет не упал. Я даже донат сейчас получил от перхоти. Спасибо большое еще раз. Забудешь ведь все? Я тебя знаю, хах. Забудешь ведь все? Забудешь. Это да. Так. Куда я упал? Где мои души? Они не здесь, что ли? А 9000 просто их в анус. Потом посмотрю, где души мои. В пользу ям уже там 9-0, даже, а не 8-0. Блин, надо было, а? Я ведь, он бежал, и я прям думал, ай, вот кувыркнуться надо так, чтобы не упасть в яму. И что я сделал? Ну, почти вот то, что должен был. Сейчас мы, короче, все время просадим здесь. Это нормально. Я до новой локации не дойду. Души наверху. Кто помнит, как Dark Souls 2 Дима столько потерял? Ха! Веселые деньки вспоминаете, да? Души там, откуда упал, а не там, где приземлился, да? Понятно. Спасибо. А я думал, там, куда упал. Где приземлился, в смысле? Ну, то есть, если бы я бы приземлился за локацию, и невозможно было бы взять души, то я бы понял, что души наверху. Почему души наверху, точнее? А коли аж... Коли аж, что я сказал... А коли уж и не так. Так, кто-то сейчас шмалять будет, да? Коли они в доступном месте, то я, естественно, не понимаю. Э! Нихера ты ныкла. На! Опять подвисло. Да там сраный лучник. А, так это эти падлы, вон там, вот справа, видишь, шмаляют с арбалета. Ни хрена не видят. Блин, вот надо было тебе появиться, а? Не понял. Здрасте. Я думал, где враг? Девять тысяч душ, таран. Сладкий я и такой красивый. 9000 душ просрал. Ну все, падлы. Ничего не изменилось. Я все так же буду стараться. Я вот стримы или видео по градостроительным играм. Да, будут. 9000 душ потом станут копейками, так как в священной библиотеке один противник стоит больше. Круто. Но они сейчас уже не особо-то в цене.
не шибко жалко их, если честно. С ней особо-то хотелось теряться, но и не шибко жалко. Это не та потеря, из-за которой стоит расстраиваться, я бы так сказал. Будут, мне кажется, еще потери, из-за которых стоит попечалиться. Сука, я думал, может, что изменится. Не понял. Попал, не? Убит? Убит. Все, ну а что он бесил меня? А где маленькая дрянь? Сейчас же появится, я же вижу тень, но... С этой стороны вот есть, точно. А с этой... А что, натурально ее нету с этой стороны? Ладно. Ты стоил мне 10 тысяч душ. 9 тысяч душ. Васька, спасибо большое за саб. Чё такое вот со мной, а? Я, короче, боссов прохожу иногда, да? С, там, со второй, с третьей попытки. Чё это? А, ну все, да. А на таких рядовых противников просто сосу. Как это вообще, как это объяснить? Что за это? Это магия Dark Souls. Васька. Я им и был. Да я просто не заметил, кто подписался. Я что-то был в этом, в сабах. Ой, в смертях своих, да. Добро пожаловать обратно, помидорный. Тара-тара-тан-та-тан. С возвращением. Все, я настроен. Я и расстроен, и настроен. После легких пока. Ну пока да. Пугайте, пугайте меня. Я в платье без щита буду страдать, конечно, этих боссов, которые будут потом. Давай. Я знаю, что его не обязательно убивать. Чуть было не упал, вы видели, да? Вы это видели? Я чуть было не упал. Перик сейчас побежит. Твою мать. Так, давайте прыгайте. Еще. Чуть дальше бы пробежаться. Здорово! Сука, смотри, увернулся, а? Чего я к тебе пришел? Зачем? За глубинным самоцветом. Понял. А это падло упало вниз. Ну и скатертью обратно не вернешься. Ага. А отсюда повлазит? Самострел? Арбалет что ли, да? Вон. Наш герой. А ты какой-то тупенький представитель сего рода. Обычно они отпрыгивают, отходят назад, когда я так делаю. Заметит? Сломал руку на полянке. Блин, аккуратнее, чувак. Бледный язык. Нужно будет почитать, для чего он.
Все чаще и чаще я стал слышать от вас новости, типа сломал ногу, руку. Че это, а? А че, где язык? А, вот. А, так он второй. Свидетельство, что захватчик победил хозяина углей. Ха. Спасибо за твои стримы. Спасибо большое за то, что смотрите их. Так, ладно, я готов. Я готов целовать песок, по которому ты ходил. Бляха. Да ну как, ну? Что ты сделал, дурак? Вот там он безопасно драться с ним будет. Это было эпично. Вы видели вообще, что произошло? Души мне прилетели. Это было что вообще? Такое жесткое освещенный самоцвет. Ты заберу. Это был эпик, ребят. Это было, да. Не, ну план мой был хорош. Перепрыгнуть яму, а с ним здесь уже драться. А он, видишь, начал атаковать меня в прыжке. Хорошо, что я упал на этот косяк. Ой, как хорошо. Это было идеально, как пишут в чате. Естественно, я буду мазать. Чё вот я иду вперед? Где он? Понятно. Не хочет дальше идти. Ты что, меня потерял? Подвисла опять. Еще один помидорный. Ай, ой-ой-ой, кто там подписался? Такой помидорный. Подписался такой помидорный. Я его подписался, ребят. Второй раз уже. Какой преданный подписчик. Спасибо тебе большое. Он шлепнулся вниз. Натюрлих. Парень шлепнулся вниз. Так, ну ладно, надо это сделать. Сделать дело. 11 сабов осталось. Чуть сегодня набираем. Сабы. Так, последний рыцарь остался. Ой, мне кажется, он меня оттруляляшит. Тише. Я попаду в тебя отсюда. Смотри, падла, что делает. Да, минус еще один. Тере-тере-тере-тере-тере-та-там. Не везет. Сейчас мне везет. Впереди вниз. Впереди нечто потрясающее. Че, он туда, что ли? Ну-ка. Ну, ты, конечно, молодец, прыгнул. А что там впереди? Мы, в принципе, запомнили, если что. Возможно, нам сюда и нужно. Да, походу, нам туда и нужно. А для чего? Чтобы вниз спуститься. Это типа мы на той стороне окажемся, да? Получается, да.
Если это не так, то я Дональд Дак. Что делать, если это не так? О, что делаешь? Прикольный такой, смотри. Так, ну я видел NPC-шку этого. Хочешь, чтобы я с ним поговорил? Че, братец? Так, я рычаг потяну. Ага. Ха-ха-ха-ха. Бич. А, да, привет. Не думаю, что мы знакомы. Ты же дебил. Я лоскутик. Неразрывный лоскутик. А ты, кажется, из негорящих. У тебя ко мне дело? Ты знаешь, что я... А, о, да, конечно. Все возвращается, наконец-то. О, мне так жаль. То были мои руки, да, но сделано это было по воле брони. Прискорбно, да. Но имей в виду, я избавился от этого буйного наряда. Посмотри на себя. Нет царапинки. Все хорошо, что хорошо кончается, правда? Да, все будет хорошо, говорю тебе. Это все мерзкое проклятие. Оно вызвало это отвратительное происшествие. Но очевидно, что... Нет. Ну, это, конечно, не моя вина, но ты все равно заслуживаешь извинений. Просто безделушка. Может, теперь она твоя. Ржавая монета. Знаешь, я своего рода странствующий торговец. Если ты из негорящих, а выглядишь ты именно так, найдешь здесь много хорошего. И чё это? Отравленные стрелы у него продаются. Да, да, на 9000 душ тех лучше бы я отравленных стрел накупил. Катаринский доспех. А, типа, у него можно купить эти доспехи, да, получается, и отдать тому рыцарю. Но для этого мне нужно... 3500, 7000, 11500, 15000 душ. А, еще и щит. Еще и меч. Че, естественно, у меня нет. Ласкутик потаскан. Ну тут пишут, что можно его убить и забрать вещи. Так, я отравленный стрел куплю. Спасибо, милый друг. Да не за что. Броню можешь не покупать, лучше убей его, и он выпадет. Убей его. Ну окей. Йоу! Если я его убью. Ну, братан. Что я вообще такого сделал? Ты, дебил, подставил меня. Пепел лоскутика я получил. Крылатое копье, кольцо с копытом. О, доспех. Весь. Фу, хорошо. Так. Кольцо с копытом усиливает пинок. Нет, спасибо. Пепел лоскутик и крылатое кольцо. Кольцо с копьем. Нет, крылатое чего я получил-то еще? Че я получил-то еще? Крылатое чего я получил? Сигбрау. Я это пил, так и не поставил там еще. А, вот, пепел лоскутик и служанка в храме создаст новые предметы. Прикольно. Его предметы, наверное, да, как раз. Ну ладно, забавно. Копье, крылатое копье. А, вот что я получил, крылатое копье. Вот оно. Но оно. Оно мне, получается, не нужно. Ладно, спасибо. Буду иметь вино, длинный меч. Так, ну и получается, что здесь все, да, с этим педиком мы закончили. Теперь... Сейчас, подожди, сейчас, подожди, перхоть, я вспомню. Твою мать, вы чё? Вы чего? У вас еще так много?
что это было-то вообще? Ха! Лалашки. А ты что не побежал? Красный мелон, блин. Ангел, ваше благородие. С ним что, поговорить мог? Бляха, испугался. С ним что, поговорить можно было, что ли? Я в червяках опять. Да, здесь получается тогда все. Опа. Опа-па-па-па. Что за проход? Да нет, у меня факела, ребят. У-у-у, костер. Друг. А хер или друг? Реально костер. Фу, дай-ка я здесь посижу. Там впереди NPC-шка. Пойдем поговорим с ним. Так, дружище, ты вот сейчас вот меня не... Что за ебланище сейчас это вот, вот это вот впереди? Дружище, я говорил. Это как не дружище. Попроситься в ковенант? Розария, мать перерождения? Вступить в ковенант? Че это за ковенант? Ковенант перерождения, да? А че за ребята? Язык, ну дыра. Это вот им языки надо давать. Хранителя угля, да, убиваешь? Когда? Ну го. Сундук, так что можешь помочь двуручную. Типа ее убить и сундук забрать. Так. Говорите. Давай. Вступаем в ковенант. Пальцы Розарии. Ковенант пальцы Розарии. Вы получили покровительство. Так, дать бледный язык. Перераспределить характеристики. А-а-а. Бледными языками осталось перерождение в этой жизни 5. Хотите? Нет, спасибо. Изменить внешность можно. Угу, ну вот как это все происходит здесь. Понятно. Но у меня два языка. Так, давай посмотрим. Я в лазерном пути. Пальцы Розарии. Давай, информацию. Священная печать архидиакона Климта, служившего Розарии, матери перерождения. Возьмите ее, чтобы заключить ковенант с пальцами Розарии. Пальцы Розарии собирают для нее языки. Некоторые поступают так в надежде на перерождение, другие хотят утешить безмолвную богиню. Ну, короче, чтобы как раз-таки перераспределить очки, нужно это все делать. Понятно все. Ладно, спасибо. Будем иметь в виду, будем иметь в виду. Ништяковый костер открыли так-то. Ништяковый. Так, второе значение грудь будешь знать. Сундук на английском chest. Второе значение грудь будешь знать. Впереди грудь, я понял. Двуручный топор. Все, тогда надо лайк поставить, подожди. Ха-ха. Смешно, ха-ха, смеюсь, катаюсь вообще. Такой, смотри. Так. Подожди, перхоть я сейчас помню. Я вспомню. Я вспомню. Я забыл. Где колодец? Стетельфарон для смущения. Хорошо, путь жертв. Подожди ты, но я должен был вспомнить. Где колодец? Можешь перекачиваться, да, знаю. Здорово, Дима. Давно стрим идет. Давненько уже. Спасибо, Анастасия, за донат. Сейчас послушаю. Сообщение. Наконец-то попала на твой стрим. Удачных и убийственных приключений. Спасибо большое. Жалко, квест с той женщиной сворачивается. В церковь, в которой ты и был. Диадай доспехи, Дим. Вот, колодец справа от храма глубин. Храм глубин. Наверное, в часовню надо было прийти, да? А не в храм глубин. Там на выходе. Ага, надо было туда, в часовню. А я... Дословно вас воспринял, но вы понимаете, короче. Сейчас я перепрыгну.
Тяжелый болт, огромный мощный болт. Так, ну, в принципе, за часик мы с вами дозачистили, получается, эту локацию, да? А вот колодец. Ау! Ау! Днем и ночью слышно в лесу. Есть кто-нибудь? Ну, хоть кто-нибудь. Ау. Давай поговорим. Ау. Я знаю этот голос. Давно не виделись. Это я, Сигвард, из Катарины. Стыдно признаться, но я попал в просак. Кто-то стащил мою броню. Тебя на случайно нигде не встречалось? На, дружище. А, моя броня! Моя глубочайшая признательность. Я Сигвард из Катарины, приветствую тебя. Моя верная броня теперь со мной. Через пару мгновений я буду уже далеко отсюда. До новой встречи, товарищ. Где же он будет, интересно? Одобрение получили. Точно с ним больше нельзя поговорить? Не, можно. Не беспокойся обо мне. Моя верная броня теперь со мной. Скоро я буду далеко отсюда. До новых встреч, дружище. И опять торжет. Да, нельзя. Окей. Окей, ёки, шмоки. Пошли, короче, в храм огня. Кое-что сделаем. Куча всего, на самом деле, надо сделать. Пиво поставить и сжечь кое-что для новых товаров. Короче, погнали. Храм огня. Не понял. А, во. Та-та-та-ра-та-ра-ра-ра. Здесь вот жечь надо. Это не то. Не, подожди, а как это сделать? Отдохнуть у костра. Или ей отдать? Это уже пепел, получается. Ей, наверное, отдать надо. Сейчас, подожди, мозг правильно подумал или нет? Да, передать пепел. Точно. Потрясающе. Передай-ка мне этот прекрасный пепел. Он жутко теплый. Словно еще пару мгновений назад в нем теплилась жизнь. Ах, прости мою старушечью болтовню. Уверенно, пепельный вроде тебя никогда не позволил бы себе такого. Так, хорошо. И чего у тебя теперь есть? Кольцо жизни. Ага. Отравленные стрелы, действительно, у нее появились. Да, доспехи от него. Оружие от него. Ключ от ветхой башни я купил. Сколько титанита мне не нужен. Ну и вот бомба еще, черная огненная бомба. Еще 29 стрел. Не забудь принести побольше душ. Да обязательно, чё. Так, кому пиво проставить? Куда? На трон какой-то, что-то вы говорили. Там пиво нужно поставить. Гигант Йорм из оскверненной столицы. Хранители бездны. Сюда пепел водрузили, правильно? Здорово. Ну, давно не виделись. Я Ленхард Безымянный Палец. Помнишь меня? Я всучил тебе красные глаза недавно. Так ты стараешься. Ты так стараешься, я подумал, что тебе стоит кое о чем знать. Если ты стремишься заполучить нормальное красное око, а не треснувшее, тогда убей темного духа, выжившего на земле, поглощенной тьмой. Много лет был он узником в самой глубокой темнице Лотрика. Ключ от зала с подъемником. По тебе видно, что ты любишь нападать и грабить, разве не так? Ключ от зала. Если ты стремишься... Ключ от зала с подъемником. Это где? Узнаем. Так. А, вот и ты, как должно быть. Ну так у тебя есть для меня оскверненные души? Вообще есть. Так-то. Канделябр клирика. Угу.
125-50. Мой немного помощи, сильно не бомби, просто хороший человек. А чё, я не бомблю? Привет, спасибо, Дима. Большое. Вот немного помощи. Сильно не бомби. Спасибо. Так не бомблю же. Олдрик, святой покровитель глубин. Прочесть гравировку. Куда ставить пиво-то, ё-моё? Чувак, с тобой еще не болтали. О, вас тут двое. А, вот мы встретились снова. Так это барышня-то. Мы уже встречались на пути жертв. Я Анри из Астора, да я помню. Рада видеть тебя в целости и сохранности. Мы добрались до храма глубин, но гроб Олдрика был пуст. А Людей, должно быть, отправился в свой истинный дом. Мне рассказала об этом куколка из пустого гроба. Говорят, что Олдрик прибыл из Иритила в холодной долине. Это легендарный древний город. Пилигрим сказал мне, что этот город стоит за цитаделью Фарона. Туда мы идем. Истинная родина Олдрика — это Иритил в холодной долине, легендарный древний город. Пилигрим сказал мне, мы туда и будем ходить, а этот молчит. Молчит, падла. Таран, таран, в гнездо пивас. Нахрена? Добро пожаловать, что ты желаешь? Давай поговорим. Быть не горячим, значит быть сосудом для душ. Души без хозяина станет твоей силой, я покажу тебе. Принеси мне бестелесный душ. Ладно, пока. Так, ну чё, к птичкам тогда пошли, пиво скинем. Так, это где-то... Не здесь. Это где-то вон туда и наверх. Правильно? По идее, да. А, ну это я так, на будущее. Ну окей, постараюсь не бомбиться. Просто ну, хорошо, это спасибо. Ну это я так, на будущее. Постараюсь. Чё уж там. Спасибо. А чё, обязательно внутрь заходить или к птичкам вот здесь на крыше можно скинуть? Туда же не обязательно идти. Мне, фью-фью, мне, бла-бла-бла. Пью где? Пиво где? Пиво где, вот оно. Ставить. Забрать. What the fuck? Тум-ту-дум. Ту-ду-дум. И чё, когда дети алкоголики? Доспех солнца. Так. Ты. Что за ублюдский доспех? Что за дебильный доспех? Где у меня там? Подожди. Нет у меня. Ну ладно. Доспех это дебильный. Я просто вспоминаю, как вы просили меня сходить к птичкам, оставить им пиво. Всем приятного просмотра, Диме, легкого, гладкого геймплея. По скриптуму побольше смешных моментов. Да уж, спасибо. Так, значит, второй костер на стене Лотрика, вы мне сказали, да? Туда надо отправляться. Жив. Я думал, я сейчас сдохну. Ну ладно. Стена Лотрика. Башня на стене. И куда идти отсюда? Это доспех одного из топовых персонажей из первой части, окей. Солнцехольст. Далантинар, доспех. Ублицкий доспех. Ты впервые в Dark Souls играешь? Доспех-то легендарный. Я в первую часть просто не играл. Вторую играл. В третью вот сейчас играю. Первую нет, не играл. Видите, пишут, что это легендарный доспех из топовых персонажей из первой части. Для меня это ничего не значит, я первую еще не проходил. Так.
А чё ключ? Ну-ка, давай смотреть. Ключ от зала с подъемником. Ключ от комнаты, ведущей к платформе, которая опускается в самое глубокое подземелье Лотрика. Говорят, там удерживается темный дух из страны, поглощенный тьмой. Дим только сейчас заметил, что счетчик общего доната у тебя не обновляется почему-то. Дим только сейчас заметил, что счетчик общего доната у тебя не обновляется почему-то. Вот этот внизу который? Дима, может перерыв? Пам-парам-пам-парам-пам-пам. Да, не обновляется. Не знаю почему. Сейчас проверю, подождите. Ну да, прогресс уже 92 975, он почему-то не обновляется. Обновился. Это было очень странно. Очень. Ну ладно, спасибо. Спасибо. Все почти собрали эту сумму. Офигеть. Я думал, если честно, что собирать будем до года. Спасибо вам большое. Так, я здесь чуть дракона не убивал. Я здесь еще делал, ого-го, ё-моё. Ась. Перекур? Можно? Сейчас, секунду. Фруктовый салат? Да. Ничего себе, совращения какие. Ну, сейчас я посмотрю здесь одну локацию, можно будет на перерыв сходить. Не хочу, я не буду обновлять. Вот, мне кажется, вот отсюда ключ. Нет, не отсюда, я не прав. Ну, я думал только про этот проход, если честно. Я больше ничего не знаю. Откуда он еще может быть? Да иди ты в баню. Господи, я забыл совсем. Про это-то я забыл. Про дракошу. Ё-моё. Огненная бомба. Это хорошо. Как тебя лупить-то, падла? Господи, боже мой, мне говорили, отсюда можно его бить нормально. А, во, наверное, бить и отходить сюда. Ха! По драконам. Да, видите, здесь он меня не достает. Лалка. Твою мать. И я тоже лалка.
Надо пару стрел тогда ему засандить. Они поворачиваются почему-то. А че не поворачиваешься? Может, ему не больно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вижу. Хоть какой-нибудь урон он получает, интересно. Спасибо большое, донат еще один. МММ, точка, 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 Димочек, я жажду тебя, приди ко мне. Фруктовый салат, жди, жди фруктовый салат, я скоро, немножко. Если ты этого дракоша не убьешь, то он вроде в другую локу, ко второму дракону прилетит. Прикольно. Бляха, я оперенную стрелу потратил. Мне надо понять, сколько у тебя здоровья, друг. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Увидеть бы его здоровье. Так, пока он бесится, можно попить. Извиняюсь. О, большой осколок титанита, ты гля. Ты гля, улетел. На, стрелу тебе вдогонку. Вот четкое место. Отлично, а теперь надо понять все-таки, от чего дверь, ключ, борода, что несу я опять. Ха-ха-ха-ха-ха. Во, мы наверх не заходили, да, по-моему, потому что здесь дракон был, давай посмотрим заодно. Нихера себе. Нихера себе. Не, ну мы сюда заходили, но давненько это дело было, когда дракон еще внизу лежал, по-моему. Потом он взлетел, что-то. Клеймор, бляха-муха. Начал страдать херней. Так, там мы были, там спускались вниз. Может, вот эта дверь? Ну, эта дверь открывается точно. Вот не хватало здесь ямы, знаешь, чтобы ты прыгнул, короче, в яму прям. Не хватает этих подколов. Мне все-таки игру описывали, когда я не был знаком с Dark Souls. Описывали именно... Так, я знаю, кто ты. Да, падла. Ты не встал? Вот и все. Почему-то знал, что это мимик. Глубинная секира. Мне игру описывали как игру, которая любит подкалывать, знаешь, именно. Там. Неочевидные вещи добавлять в очевидные места. Типа вот, хочешь прыгать, на, прыгай. Но в один прекрасный момент там будет яма. Не хватает таких моментов. Я, Дима, уже знает. Используй талисман охотника на нежить. Зачем? Та дверь прям под костром, на втором костре вниз. Ага, хорошо. Сейчас я здесь полазю, я не был здесь. И вот как раз таки, типа, открывается с другой стороны, я понял. Ну и костер у нас там наверху. Так, значит, идем наверх, да?
Вот он костер. От костра вниз. Хорошо. Значит, соответственно, сюда, сюда. Спасибо большое за донат еще раз. Фруктовый салат. Да иду я, ну. Дима, ну пожалуйста. Да я уже весь те кусоком. Ай. А с чего ты, салатик? У тебя есть сливки, банан? Или мне захватить свой? Пошловато. Так, ну давай вниз. Жив. Вот эта дверь, наверное, да? Да! Да, спасибо большое. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Я думал, это ребята опасные, которые встанут люлей мне будут давать. Поэтому спрыгнул. Ага. Вот он опасный парень, да? Йоу! Не очень-то опасный парень. Красное око взяли. Да иди ты, отстань ты от меня. Долго шел я к тебе. Долго, долго я к тебе шел, дружище. Шмужище. Ну ладно, здесь больше делать нечего, получается. Погнали наверх. Какая-то серия без продвижения получилась, знаете, мы по этому, как он, по былым местам закрываем проплешины. Хотя я уверен, еще закрывать и закрывать, по крайней мере, на локации с болотами. Ничего, мне тогда на перерывчик, а то там уже фруктовый салат течет. И мне нужно понять потом, куда идти все-таки дальше. Да, все-таки мне дальше идти. Давай, знаешь что? Давай в храм огня вернемся. Я хочу поговорить с этим чуваком про красное око. Он опасный, просто вырос из этой локации. Ну, понятное дело. Так. Красное око. Давай почитаем. Позволяет вторгнуться в другой мир. Показать инфу. При мне для игры по сети вторгайтесь в иные миры по своему желанию. Победите хозяина углей, чтобы получить силу огня. Красное око пришло из крошечной страны, давно поглощенной тьмой. Некоторые предпочитают использовать око иначе, чтобы узнать, как поступить на службу Розарии в храме глубин. Поступили мы уже. Так. Где там этот мальчик-шпальчик? Где-то здесь. Вот он. А, тебе удалось найти подходящее красное око. Чудесно. Я знал, что ты необычный человек. Аплодисменты. Хм. А теперь нападай, играй сколько душе угодно. А если тебе надоест бремя твоего долга, можешь стать одним из пальцев. Давай же, отдайся во власть Розарии из храма глубин. Да, я уже отдался. А теперь нападай, играй. Угу. Все понятно. На костер хранителя бездны? Хорошо. И оттуда другой проход, да, мы вот прошли к храму глубин. Я говорил же, да, отсюда, от хранителей бездны, есть три пути, по-моему. Вот один мы с вами посмотрели, храм глубин, и нужно еще следующий. Так, ну что, тогда перерывчик. Для YouTube я тогда эту серию вообще закончу, чтобы что уж там. Так что спасибо тем, кто на YouTube смотрел, надеюсь на лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал, на Twitch заходите к нам. А те ребята, которые на Twitch, не разбегайтесь. YouTube. Помните, сейчас все окей, а дальше, естественно, круче. Пока.